плюс 2000 рублей к обычной стипендии. На такую прибавку может рассчитывать Ярославна Снежана Симонова. Студентка 5 курса юридического факультета Демидовского университета выиграла престижный конкурс и удостоена персональной стипендии имени Туманова, бывшего председателя Конституционного суда России и первого российского судьи Европейского суда по правам человека. Из многочисленных номинантов со всей страны были отобраны только 5 человек, которые будут получать стипендию. Среди них ярославская студентка. К слову, Снежана Симонова известный человек в своем вузе. В прошлом году она победила в аналогичном конкурсе, что позволило ей получать дополнительные 750 рублей ежемесячно. Известие о новой победе застало Снежану в Вологде, где она проводит каникулы. Для меня факт моей победы в конкурсе на получение персональной стипендии имени Туманова в этом году стал очень неожиданным, поскольку я представляла, как сложно получить эту стипендию. Назначение этой стипендии подвело итог моей 5-летней научной работы в Татарском университете. Ранее я неоднократно становилась победителем международных, всероссийских, областных конференций и конкурсов. Сейчас я активно занимаюсь общественной деятельностью. Я очень горжусь, что получила эту стипендию, потому что она учреждена в память о моем любимом ученом в области конституционного права Владимира Александровича Туманова, работу которого я очень сильно люблю. Это очень почетно и достойно быть обладателем персональной стипендии.